13 жителей Саратовской области имеют доход более 1 000 000 000 рублей. Об этом рассказали представители налоговой инспекции. По их сведениям, суммы от 1 000 000 до 1 000 000 000 рублей в прошлом году задекларировали почти 7 тысяч человек, проживающих в регионе. Налоговики подвели итоги декларационной кампании. В целом, в этом году жители области предоставили более 100 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц. Это чуть больше прошлогоднего. Разговор коснулся и такого модного сейчас дохода, как сдача квартир в аренду. В этом году было представлено более 1200 таких деклараций. Собрано более 13 миллионов рублей налогов. Это значительно превышает цифры прошлого года. Специалисты ведомства напоминают, неуплата налогов – это палка о двух концах. С одной стороны, человек, который зарабатывает только на себя, он, наверное, считает, что он экономит. Но с другой стороны, не платя налоги, он лишает себя социальных гарантий, которые дает государство. Так, например, приобретя квартиру, он не сможет получить имущественный вычет. Отправив на обучение ребенка, он не сможет получить вычет на обучение, потому что он не платил налоги, и этот вычет получать не с чего.